здоровья. Ой, спасибо. Спасибо вам за победу. Спасибо, девочки. Да, живите больше не его. В вынужденной самоизоляции всегда рады гостям, хотя бы на расстоянии в 1,5 метра. А уж когда эти гости приходят с подарками, приятно вдвойне. Накануне Дня Победы ветеран войны Нина Дмитриевна получила продуктовый набор, теплый плед и поздравления. Прямо на дом подарки ей доставили волонтеры. Посещение формальным не вышло, поговорили и о любви, и о войне. Раньше волонтеры, вот у меня сестра, она только институт закончила, только вот диплом. И стала волонтером, то есть добровольно пошла в армию. Живая осталась. Продуктовые наборы передала администрации компания «Военторг». Всего 750 штук. Здесь тушенка, каша с говядиной, печенье. Словом, дневной рацион солдата. Сейчас волонтеры начали развоз подарков. Мы решили помочь людям, которые нуждаются в нашей помощи. Собственно говоря, мы не только поздравляем, мы и продукты возим, и продуктовые наборы, которые тоже предоставляются губернаторам, медицинские наборы, то есть достаточно большой объем работы, в магазин ходим. Продуктовые наборы будут развозить ежедневно, вплоть до 9 мая. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.